Кстати, за исполнение роли Джеймса Бонда актер Дэниел Крейг удостоен компании Aston Martin привилегии до конца жизни получать любой приглянувшийся ему автомобиль на любом из своих заводов. Любопытно, это Крис, самый лохматый баран в мире. Таким его нашли после того, как он отбился от стада и долгое время жил на воле без стрижки. Факт. Перешедшая через дорогу черная кошка Великобритании сулит удачу.